Рабочая. Хотя нет, ты не был Понял, стреляй!
удары, не торопитесь вы туда блины бросать! На лучше ищи мяч на периметре, позиционную атаку, блядь! Лицевую держи ему, да? Право взял! Хорошо, ты Сохраняйте за тарелки надо, Рафа. Рома, к себе по позиции, Рома! Еще менять, парни! С мячом и чужой побыть! Мазай просто столба жди! Между линиями ищи мяч, Данечка! Давай, Рома, вбегай в середину!
Нет, Рафа, куда ты, блядь? Где, иди! Подавите, блядь! Рафа, давай ко мне, Рафа. Рафа, сюда! Ну да, так, Тяни, давай, Галман, поработайте еще 3 минутки, поменяйтесь потом. Бахтили, бахтили, еще игрок. Полиф, готовься, полиф. Да, еще встречай, ко мне. Здорово,
Блядь, не оставляйте его раз, сколько раз говорить, блядь! Набивай!
Ты не расходишься. Вот который сколько я видел. Мне даже жалко. Давай сюда забил, можно? Ромка! Ромка, ты что? Смесь! На правую перебирайся, да, не левая! Входи, входи в середине, вот шестой номер. Саня, нападающий. Еще подходи! Рома, замена, Рома! Валишь, подходи, Вась, леви! А, все, Валишь, сядь сюда! Вась, твою! Ну да, тройку вообще никто не трогает. Там в тройке там три игрока, которые не имеют. Сейчас прям пили. Сейчас пили, да, сейчас пили. Ну понятно, там все пили, да, это я. Один! Крути, крути! Алло, ищи мяч, ты периметр! Что выходит пешком? Кстати, его фишка, он с разворота. Вот, пора попасть уже! Чего ж штрафной забил отсюда сверху? Он левша мазает? Я не знаю, кстати, но он часто слева. Это мазает? А чем штрафной не был? Сын Николай, ну да. Штрафной, если трехметку попросил. Уже удар по нему вышел. Инфаркт все ближе и ближе. Давай, давай, давай. Блин, ну этих опять хватает за игроков. Андрей, еще пару игроков. Чтобы еще пару игроков, передай его. Чего? Он не будет хватать, пожать, поэтому. Да, он решил так. Да, вот так. Хорош, ну он сейчас занял нормальную позицию, он не должен. Че, нуля? Окраина видел. Да. Первый раз в этом сезоне, Саня. Была или что-то еще? Нет, окраина. Когда будешь? Когда закажешь. Когда закажешь. Руководство напиши то, что хочешь, и он поэтому тебе не станет. Еще огород, еще огород, еще огород. Один на корреспондент. Судим же, заносишь, заносишь. Один, Женя! Заходи, Женя, через два мяча, заходи, середина мяча! Правда, ты просто напиши, Роме. Что он приезжает? По телевизору что не может? Ребята, оттуда вылезать надо, а вы обратно отдаете передачу, откуда угловой разыгрываете. Вылезайте через середину и на другую бровку. Один. Хорошо, сейчас вот Появись на столба! Он тебе никак за спину там не пройдет передача! Огород, смотри, кольцо за спина! Хитрый какой нашел! Один!
Подай полу, здорово,
Паша известный. Русский круга. Все, молодец. Прикалывать на один. Футбол отбегал. Там, где грибки, на пляже. Вещи связал. В тюк. Там нырнул, где грибки, на пляже. И переплыл. Туда переплыл, здесь переоделся и футбол смотрит. Тут Коля с нами всегда тоже. Я не могу его заставить с нами поплавать. Заходит. Нагружай! Полево-то ход! Так все кнопки, не нужно 45 поворот. Спасибо. Ты очень быстрый, палишь. Молодцы, Илья! Да, блядь! Все, ребятки, молодцы! Все, через быстро! Нет, Тарика, не сейчас! Дай себя разворачивать, раз, Кира, не дай! Один. Глубже, Паяна! Я кугуй, все, встань! Ай! Да, здорово, один! Сколько два? Thank you.
Молодца, Лень. На поле, блядь, они выглядят как размазня. Блядь. Еще прибавлять! Я не забываю засунуть платье. Слушаешь тренера, знаешь? Я засунул, не забываю платье. Давай, ребятки, давай, давай, я засмотрел. Не-не-не, пауза такая. Я смотрю, что произойдет. Я сейчас
Давай сюда, замена! Кого? Лень! Почему? Нельзя вот так смотреть. Подвигайся, поактивнее, поактивнее. Кипел, ты куда пошел-то, блядь? Вы чё, блядь, вы чё, блядь, употребляете-то, ёбаный в рот, блядь? Хорош, хорош, блядь! Где ты играешь, блядь? Ты свою фамилию слышал, чтоб тебя меняли? Лёх, на поле сейчас все человек убьёт. А всё, на поле, Балу! Я в курсе. Понял. Ой! Молодца, Боярин! Соперник нагружен, блядь! Я середину! Еще ему! Да, вау! Вау!
судья, замена! Замена, Дима. Куза, Куза! Отдай себе! Кафа! Седьмой номер остаешь, не Коридор держи свободным. Давай, Мазай. Огород, смотри-ка, за спиной зона получает. За лицо! 3-2! Блядь, ну еще парни, ну блядь.
подожди, Володя справа. Парни, концовка агрессивней! Володя, ну у него варианта нет! Как всегда! Да я как чего ты заснул? Берут, работайте, он берут! Он еле его достает, по максимум касание, может, и где-то играй! Играй! Давай! Маза, спина! Огород! Зачем такой сложный? Выбей мяч! Вась, не забивай! Забивай! Выбей! Хватит базарить, блядь, как бабки базарные! Ребят, двор убирайте, Базар! Что за неуважение, парни, блядь? Игровой момент, блядь, завелись, блядь! Алексей, ты-то куда сейчас, бля? Я своих успокою, бля. Блядь, спокойнее разговаривай. Андрей, мы остановили время или как? Вот спроси у главного. Хотел бы узнать, сколько нам играть, 5 минут оставалось, вот если кто дал, время. Товарищ судья, как мы с временем будем поступать? Сейчас посмотрим, как он будет Полярный.
кстати, вот эта погода самая скуровая. Это было жарко, а одеешься как-то. Ребят, повнимательнее, пожалуйста! Активнее! Активнее! Давайте без империалов! Один тип! Теперь внимательно в обороне, парни, встаньте! 2 минуты. Осталось там немножко, внимательно, не убегайте! Леш, помогите мне! Иди нахуй в колокольню тогда, блядь, если не можешь принять его! Давай! Падай, падай! Нас будет получше, если мы натаскиваем. Оля, оставляй его! Блядь! Ничего! Ладно, ничего, ничего, тихо. Ребята упали, что мы на атаку, вот обороняться точно. Активно, пожалуйста, Тит! Хорош, Лев! Я тебе сказал, слышишь?